работу начнем. Лучше, лучше. NASA TV, could you tell us what did you do during this feed check, shortly, briefly, and the level of excitement during your flight? Yeah, we have the opportunity to sit in the real vehicle after all the equipment has been placed, and we really have the opportunity to see where everything's going to be located during our launch. So for us, this is very exciting. It's the first time that we actually get to see what things are going to look like in actual flight for our vehicle. And for you, Tuck? Excited, and it looks like the vehicle is totally ready, as well as we are ready to. Thank you very much, and good luck. Thanks. Спасибо. В нашем музее. Традиционно мы пройдем, да, на второй этаж. Все уже были, экскурсии мы проводили, но мы вспомним самые значимые исторические события. Ракета нашего космодрома Байконур. Наша знаменитая «семерка», она полетела с четвертого раза. Первый пуск в 1957 году падает, и вот видите, как прекрасно сохранится. Поэтому я попрошу вас, пожалуйста, основной дублирующий экипаж вас фотографировать. Вот очень красиво. Сейчас прямо. Я всегда показываю, ну, всем показываю, только вы не пугайтесь. Если температура тела космонавта повышалась хоть на 1 градус, то этот шлемофон закрывался вот так, вот это тоже, да, сейчас даже... Нет, можно на носилок поставить, так можно расписаться. Нет, распишитесь и еще раз, почему? А сегодня какое число? Второе. Второе, а месяц? Okay. Thank you.